В прошлый раз я делала мини-пиццу из лаваша на сковородке. Я показывала так, как я делаю. И говорила, что если в следующий раз я буду делать по-другому, тоже вам покажу. Вот сегодня я буду делать не пиццу, а сегодня я буду делать ленивые, скажем так, хачапури. Тоже на сковородке. Тоже из лаваша. Значит, для этого нам потребуется что? 3 или 4 яйца можно, как хотите, сколько у вас лаваша, смотря. Сыр, граммов 150. Черный перец, соль, творог, зелень и молоко. Молоко граммов 100-150. Тоже в зависимости от того, сколько у вас лаваша будет. У меня вот лаваш. И еще у меня есть остатки. Я тут тоже на днях делала. Остатки обрезки еще от одного лаваша. Я сейчас все использую. Так, сыр натерли, примерно 100-120 граммов творог, примерно граммов 200, зелень, здесь у меня петрушка, укроп и лук зеленый. Какая зелень у вас есть, такую и положите, без разницы, значит. 150 граммов молока, 3 яйца. Разбиваем яйца. Солим. Ой, господи. Примерно где-то пол чайной ложки соли. Перчим. Кто как любит. Кто что любит. Я черный просто перчик положу. Молотый. Ну и какие приправки любите, такие положите, какие любите. Где-то вот так. Примерно тоже пол чайной ложечки, но чуть поменьше даже. Так, и перебьем яйца. Яйца перебили, теперь добавляем молоко. 150 миллилитров молочка. Я думаю, достаточно. Тоже все хорошо перемешаем. Попробуйте на соль, чтобы не ошибиться. Ничего тут военного такого страшного нет. Никакой отравы, яду никакого. Лизните, пальчик воткните, лизните. На соль, на перчик попробуйте. Кто будет первый раз делать. Кто не первый раз, тут уже знает, сколько класть. Ничего страшного. Лучше не досолить, чем пересолить. Попробовали, добавили. На соль, на перчик. Теперь берем лаваш. Сворачиваем так, как вам удобно будет его резать или стричь. Мы будем его разрезать на полосочки. Как вам удобно, так и сделайте. Сверните. Я вот буду резать. Мне удобнее порезать его. Вы можете взять ножницы и ножницами. Примерно вот на такие полосочки. Ну, где-то ну, пол сантиметра. На такие кучерявенькие полосочки нарезали. Сейчас я и тот свой лавашек, ну, обрезки дорежу. Примерно пол сантиметра, сантиметр получилось. Роли большой не играет. Так его растрясли. Дорезаю обрезочки. Остаточки, скажем так. Это не объедки, это остатки. Как-то первый раз приходится есть объедки. Зачем же вы так? Это не объедки, это остатки, я вам объясняла. Это большая разница. А, значит, никто не... Обижаете клиент. Ага. Раскучерявим.
выкладываем нашу смесь. Хорошенечко перемешаем, чтобы они у нас, полосочки, намокли. Вобрали в себя нашу смесь. Вот так хорошо мы все перемешали, наши полосочки, скажем так, да. Кто-то кладет сыр сулугуни соленый, да. Тогда старайтесь не пересолить. Разные сыры кладут. Кто моцареллу, кто что я кладу. Обыкновенный российский сыр. Натерли его на терке. Обыкновенный. Что-то будет возвращаться. Я делаю для себя это. Не на выставку, не на парад, ни на какой, как говорится. Не на конкурс. Можно побольше сырочку положить. Можно, у меня еще есть, можно натереть. Я положу еще творог. Кто-то делает с одним сыром. Я положу еще творожок. Не цепляться. В общем, сыр кладите любой, какой у вас есть. Бывает так, что остался кусочек. Вот у меня бывает адыгейского остался, допустим, да? Сыру российского кусочек, да? Там еще какого-то кусочек. Бывает, что... Ну, нет там полностью 150 грамм какого-то, да? Делаешь сборную. Вот. Ой, господи. Теперь выкладываем творог. Здесь, я думаю, что граммов 200, наверное, около 200 граммов. Тоже все вымешиваю. Пожалуй, можно уже и зелень сразу высыпать, чтобы все вымешивалось сразу. И зелень. Да что ты цепляешься-то? Что ты? Цепись уже. Вот. Таким образом. И все. Вымесили как следует. Ну что, ребят. Вот это ловушка. Ё-моё. Включаю сковородку разогревать. Только что чайник стоял. Вот только что чайник горячий. Да, только что стоял. Кипел я выключила. Да, включаю. Дык-дык-дык. Газа нет. Включаю. Тык-тык. Тык-тык-тык-тык. Газа нет. Звоню соседке, говорю: Наташа, у вас есть газ? Много, то ни у кого газа нет. Я говорю: что случилось-то? А ремонтники задели трубу. Это вот, которые у нас копают воду, там ищут. Это отказывается, из-под соседнего дома течет вода-то. Везде, во многих местах она везде проступила, выступила. Ничего, говорит, найти не могут. И задели, говорит, газовую трубу, говорит. Это повредили газовую трубу. Когда, говорит, отремонтируют, это все будет неизвестно. Представляете себе? Ё-моё, в микроволновке я никогда не делала в микроволновке. Фигня получится. Мне надо обжарить его, этот. Зачепури-то. Ё-моё, ну надо же, как не везёт. Вот это невезуха, а? Вот это невезуха. Ремонтники хреновы. Ни хрена не знаю, как так можно-то. Копали-копали и задели. Всё. Везде газ отключен. Когда отремонтируют, когда вот это веселуха. Ещё давайте воду отключите, кидрень, фене и отопление. И ляжем, и будем помирать. О, да. Газу нет. Представляешь? Позвонила Наталья, ремонтники задели трубу. Неизвестно, когда теперь будет газ. Я говорю, вот это веселуха, да? Вот это веселуха. Дома вонища. Ой, надо дверь закрыть. Дома вонища. Я думаю, господи, сначала потянула каким-то этим непонятно вообще. Думаю, то ли бензином, то ли керосином, то ли краской, то ли чем. Вышла, а там девчонки делают ремонт, начали, у нас уже, наверное, сделали. Скажи, на коридоре-то, ну, они с 9-го, видимо, идут, наверное, этажа-то. Я закрываю, что ты кричишь-то? Ну, двери все позакрываты у нас, позакрыты. Вышла такая в коридор. А тут ремонт у нас вовсю, смотрите. Все уже покрашено. Краска-то, видимо, нитра вонючка такая. О-о-о. Это кошмар. С 9-го этажа они пошли, пришли к нам. А что-то побелку я не видела. Белили или нет? Вроде похоже, что белили. А что-то как-то чисто так побелили. Кто-то убрал, что ли. Вот опять красоту навели. Посмотрите, какая красотища. Запах, конечно, неимоверный. Нитра это вообще задыхаемся мы. Ну все, морят, травят нас. Ротогазы. Газ отключили.
Сейчас еще воду перекроют. А вот тут что бы не покрасить дверь, да? Двери не покрасили. Были раньше покрашены. Вот раньше-то были вот такой голубой был цвет стен, и такие были здесь проем. Ну, не стали, видно, пичкаться. Кажется, идет вам и так. Тут покрасили снизу. Ну, ладно. Ой, вонище. Пошла посуду мыть, ребята, пока вода есть. А то еще и воду выключат. Ладно, поставлю пока в холодильник. Посмотрю, дождусь, может быть, сделаю все-таки газ-то. Ёлки же палки, а вот невезуха-то, невезуха.